Приветствую тебя, дорогой друг. Меня зовут Ольга Барабанова, и я очень рада тебе на страницах моего блога. Я сама с удовольствием всегда заглядываю на вкладку об авторе или о компании, для того, чтобы ближе, так сказать, познакомиться. Поэтому в этом видео я тебе расскажу о себе, чтобы ты узнал меня получше. Значит, я сама родом из небольшого украинского города Рубежное. Оттуда я уехала в 15 лет получать первое образование педагогическое. И после этого уже перебралась в Харьков получать второе высшее образование, лингвистика и переводчик. Люблю путешествовать с друзьями, люблю путешествовать с семьей, люблю путешествовать по всему миру. Очень люблю животных, особенно львов, ну хотя люблю и маленьких животных. Теперь ближе к бизнесу. В 2009 году я влюбилась. Влюбилась я в интернет-бизнес. Еще со студенческой скамьи у меня была такая какая-то розовая мечта, как говорила моя мама. Я хотела жить свободным стилем жизни. Я хотела просыпаться тогда, когда я хочу. Я хотела ходить в том, чем я хочу. Я хотела вообще иметь график такой, который мне нравится. Я не хотела отпрашиваться в отпуск у кого-то. Вот у меня была такая какая-то странная картинка, я не знала, как ее реализовать. Я не знала, как выглядит эта работа моей мечты. Я не знала, что искать. И, видимо, так как у меня был этот запрос, ответ мне пришел. Я узнала об интернет-бизнесе. У меня не было опыта, у меня не было знаний. Ну и как следствие, я прочувствовала на себе, что такое минуса, минуса на кредитке, что такое кушать кильку, гречку и соленые огурцы. В общем, я сейчас вспоминаю эти времена с улыбкой, но тогда, ну, реально было не совсем до смеха. Но так как у меня были реально большие цели, я не могла себе позволить, как бы, у меня была ответственность, я хотела все-таки эти цели достичь. И я продолжала идти, и со временем я начала зарабатывать свои первые деньги в интернет, потом я начала зарабатывать тысячи долларов, первые свои тысячи долларов, и они были именно через интернет. Я начала путешествовать, я посетила более 10 стран, сейчас несколько раз в году я обязательно путешествую. Я поняла, что очень круто развиваться именно в команде. Один ты в поле не воин, тем более в бизнесе, в котором ты абсолютно не разбираешься, ты ничего не знаешь. В 2016 году жизнь меня привела в направление криптовалюты. Опять же, без опыта и без знаний. И я опять на своей, так сказать, собственной шкуре испытала, что такое взлеты и падения уже в направлении криптовалюты. И сейчас я очень счастлива, что в 2017 году я познакомилась с сообществом BeHappy24. Это сообщество людей, которым интересна финансовая свобода, это сообщество людей, которым интересны путешествия, с которыми мы вместе и путешествуем, и зарабатываем, и делимся опытом саморазвития, самопознания и заработка на криптовалюте. Поэтому, если тебе что-то из этого интересно, я обязательно буду рада с тобой познакомиться. Ты можешь смело переходить во вкладку «Контакты», использовать любой удобный способ для связи со мной. Я постараюсь найти время. Мы подберем с тобой удобное время для связи. Пообщаемся, познакомимся, ну, возможно, и будем вместе зарабатывать. В любом случае, буду рада тебя видеть в числе моих подписчиков. Ну и до встречи в следующем посте на моем блоге. Пока-пока, на связи с тобой была Ольга Барабанова.